Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам о двух криптовалютах, которые выпустила платформа Waves. Сейчас они проводят airdrop этих валют, и они непосредственно связаны как раз-таки с чемпионатом мира, который проводится сейчас в России. А название этих криптовалют — это Mootcoin и Soccer Token. Конечно же, выпущены они на платформе Waves, что вполне логично. И давайте посмотрим поподробнее на эти валюты. А если говорить про Mootcoin, то 50% будет роздано обычным пользователям в качестве airdrop, а 50% будет выдано российским футболистам, которые сейчас участвуют на чемпионате мира. Соответственно, после того, как чемпионат мира пройдет, эти токены будут выкуплены, и сейчас планируется потратить на это 2,5 миллиона долларов, что, в принципе, вполне неплохо. Если же говорить про Soccer Token, то тут немного по-другому. 75% получат новые клиенты, которые только что пришли на платформу и зарегистрировались на ней. Соответственно, airdrop будет проходить с 14 по 28 июня. Давайте посмотрим на то, как получить эти токены, как поучаствовать в airdrop. Переходим на главную новость, которая тут на английском. И переходим, давайте, на Mootcoin. Мне кажется, тут чуть попроще, соответственно. Вот официальный сайт Mootcoin, он как раз-таки даже на русском. Первое, что нужно сделать, это создать кошелек Waves. Также подписаться на группу ВКонтакте, подписаться на их телеграм-канал и заполнить форму. Форма, соответственно, крайне простая. Нужен адрес вашего кошелька, ссылка на страницу ВКонтакте и ваш ник в телеграме. Две галочки и отправить. Я, соответственно, сейчас с телефона этого делать не буду, но я уже поучаствовал. Если говорить про Soccer Token, то у него смысл абсолютно точно такой же, только там уже идет Facebook. Вам нужно поставить лайк в Facebook, вам нужно сделать репост и, соответственно, заполнить точно такую же форму, как и там. Ваш Waves кошелек, адрес профиля в Facebook и ссылка на репост в Facebook. В принципе, учитывая, что Waves — это довольно надежная платформа, и они действительно, как и пообещали выкупать токены, они так и будут выкупать, то это довольно неплохая сделка. В принципе, можно зайти на сайт Mootcoin и посмотреть, по каким ценам планируют выкупать данную криптовалюту в будущем, как они обещают, в течение 2 месяца после завершения чемпионата мира. Если Россия победит на мировом первенстве, то один Mootcoin будет стоить 10 Waves, если финал один Mootcoin 7 Waves и так далее. В принципе, вы все это можете найти на официальном сайте Mootcoin. Не знаю, какая вероятность выигрыша России в чемпионате мира, наверное, довольно-таки низкая, но вот такая интересная новость пришла, и это довольно интересно. А сейчас на сайте Mootcoin написано, что общий призовой фонд — это 3,5 миллиона долларов, что довольно-таки неплохо, учитывая, что какие условия нужно выполнить, чтобы заработать данную криптовалюту. Я надеюсь, данное видео было для вас полезно. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайки. Всем до скорого, друзья. Пока-пока. Let's go on.